Выполненная посуда в натуральном глиняном цвете является, на мой взгляд, воплощением естественности, простоты и неподверженной влиянию времени красоты. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде. Тренды, современные технологии и вечная классика. Самые первые известные керамические сосуды были изготовлены в эпоху Верхнего Палеолита. На территории современного Китая и использовались для хранения и сохранения свежих продуктов. Первые глазурованные керамические изделия производились в Месопотамии и Египте. Глазурь значительно добавляет посуде функциональности. Я не случайно привела эту историческую справку. Мне очень хочется отметить то, что уникальность керамической посуды, ее пользу и функциональность понимали еще в глубокой древности. Героиня сегодняшнего ролика – керамическая жаровня для запекания мяса объемом 1,5 литра бренда Romertopf. История керамических изделий бренда Romertopf начиналась в 1967 году. Поначалу покупатели не заинтересовались вполне привычной для Германии глиняной посуды. Но безукоризненное качество, а также следование собственному слогану «Идеи для натуральных блюд» быстро вывели компанию в ряды национальных брендов. Большинство стран признали посуду этого бренда олицетворением здорового питания. Будучи традиционной немецкой маркой, Romertopf производит свои изделия из местного сырья и по праву наносит на них маркировку, известную во всем мире. Сделано в Германии. Давайте распакуем нашу героиню. Достаточно плотно она у нас, как всегда, находится в коробке. Видите, мне стоит небольших усилий достать ее из коробки, потому что она действительно очень плотно там упакована. Ну вот, собственно говоря, нижняя часть нашей жаровни. Я закрою сейчас крышечкой. Ну что ж, перейдем к традиционным измерениям. Итак, вес. Вес у нашей жаровни 2 килограмма 75 грамм. Объем, я вам уже говорила, 1,5 литра. Длина 30 сантиметров. И ширина 19,5 сантиметров. Высота с крышкой 16 сантиметров. Жаровня для запекания мяса выполнена из экологически чистой натуральной глины, обработанной по специальной технологии. Благодаря уникальным термическим свойствам глины, мясо и овощи, запеченные в жаровне, хорошо сохраняют вкус и аромат. Керамическая жаровня создана специально для запекания мяса, которое готовится без использования дополнительного жира в собственном соку. Ее внутренняя поверхность покрыта глазурью, поэтому она легко отмывается. Емкость рассчитана на 2-4 порции или 1,5 килограмма мяса. Выполненная посуда в натуральном глиняном цвете является, на мой взгляд, воплощением естественности, простоты и неподверженной влиянию времени красоты. И важный момент. Жаровню для запекания мяса необходимо подготовить. Предварительно ее нужно замочить в воде на 5-10 минут, потом поставить в холодную духовку, обеспечить минимальный нагрев и лишь потом увеличивать температуру до необходимой для запекания. Эти же правила следует выполнять при использовании микроволновой печи. Многие ученые сошлись во мнении, что здоровая пища способствует долголетию и предупреждает многие болезни. Питаться правильно значит не только следить за калорийностью пищи, но и разнообразить ее и, конечно же, готовить в правильной посуде. А на сегодня это все новости из мира посуды. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звонить в колокольчик и пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посуда Март» или прийти, подержать в руках и лично проверить качество в нашем магазине «Посуда Март». Адрес магазина в описании ролика. До следующих встреч на канале «Посуда Март». Не болейте, берегите себя.